В городе Одессе начинается международная туристическая неделя, четвертая, в рамках которой пройдет очень большое количество самых разнообразных мероприятий. И еще один очень важный момент. У нас конференция международная состоится 10, 11 и 12. 11 числа мы приглашаем всех на брифинг и открытие конференции в отель «Бристоль» в 9:15. Дело в том, что во время этого основного нашего проекта пленарного дня конференции у нас практически не будет ни одного украинского спикера. Все спикеры международные, очень форматные, очень серьезные эксперты. Полагаю, что и при этом к нам приезжает вся Украина. Полагаю, что это будет очень интересно, поэтому приглашаю всех. Следите за нашими событиями международной туристической недели.